Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала. Сегодня получил очередные две посылочки с Тини Дил. Откроем их, посмотрим, что у них. Так, первое очень хорошо упаковано. Намотали пленки. Посылка. Так, что у нас там? А там стекло, которое я не заказывал, в подарок положили. Закаленное стекло на смартфон HomeTom HT7. И сам смартфон. Откроем, посмотрим. Черного цвета. Угу. Провод заряден. Где у нас? Угу. Открываем. Достаем батарейку и проверяем. Блин, как китайцы все надежно любят заклеить. Смартфон без механических повреждений. Здесь наклеена транспортировочная пленка, а под ней еще защитная пленка сразу же, что очень удобно. Камера на 5 мегапикселей, интерполяция на 8, вспышка, ревизия вторая, наушники любые подходят сюда. Так. Так, настройки. Android 5.1. Прошивка последняя. Ничего лишнего. Так, вторая посылка. Тут у нас кое-что поинтереснее. Так. Пленки наложили. HomeTom HT17. Достаем и смотрим. Так. Экран 5.5, батарея 3000 мАч, датчик отпечатка пальца, камера пятерка фронтальная, 13 задняя. Экран HD, процессор MTK 673764-битный. Памяти 8 гигабайт, оперативки 1 гиг. Android из коробки 6, 2 симки. Посмотрим, что у нас внутри. Самый простой способ. Защитная пленка в подарок. Точнее, в комплекте идет. Но лучше наклеить стекло. Инструкция, провод, зарядка. Сам смартфон. Так, защитную пленку снял. Две симки. Флешка. Датчик отпечатков пальца. Снимем с него защитную ленту. И попробуем запустить.
Пластик что-то типа Soft Touch, очень приятный на ощупь. И выглядит в принципе неплохо. Запускаем. И он запускается. Снимем защитную, так как она не нужна. Пленка наклеена и одна запасная есть. Все красиво. Настройки. Android 6. Прошивка последняя. Запустим камеру. Автофокус имеется. И ручная фокусировка имеется. Все отлично. Отличный смартфон. По сути дела, это тот же HT7, только со сканером отпечатков пальцев и чуть-чуть другим процессором. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. И до новых встреч. Все ссылки на оба телефона будут под описанием.